Доходы республиканской казны выросли, государственный долг Чувашии снизился. Сегодня на очередном заседании Кабинета министров члены правительства утвердили отчет министра финансов об исполнении бюджета за 9 месяцев. По словам Михаила Ноздрякова, доходная статья приблизилась к 54 миллиардам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта сумма выросла почти на 8%. Увеличились собственные налоговые поступления и объем безвозмездных переводов из федерального центра. Расходы республиканского бюджета на 1 октября превысили 48 миллиардов рублей, что на 9% больше, чем в прошлом году. Увеличились траты на здравоохранение, образование, социально-культурную сферу. Государственный долг Чувашии по сравнению с данными на начало года снизился почти на 519 миллионов рублей. Сегодня он составляет почти 8 миллиардов 377 миллионов рублей.